sind unsere Helden. Muss man näher ranzoomen. Der lokalisiert andere Flugzeuge. So ein Radar. Gucken, ob ich das. Was? So viel dazu. Так, у нас четверг, 7:15, приехали на визиту, или лучше сказать правду, я приехала на визиту, Андрей меня с малышкой с собой взял. Будет поливать, наверное, сегодня деревья. Накормил собак. У нас собаки-то уже дольше тут живут. Вообще живут, мы-то еще не живем. Собаки уже переехали. Вон она, наша крошка. Оба. Угу. Вот. Хотели завтра, послезавтра начинать с нашей Зулянляга с солнечными панелями. Во. Надо. Андрей хотел приварить еще за этот каркас. Еще один каркасик для такой бытовки, где аппаратура для панель будет. И такое, как маленькая терраска. Что-нибудь такое. Вот так вот. Уже скосил недавно. Рассмотрим на нашу бутовочку, и на самом деле надо и тут, а дальше действовать, но еще не сейчас. Сейчас еще у нас другие дела. Эй, Эмма, ну-ка брысь. Тут лежат эти панели. Их перетаскивали с соседского участка. Так, тут у нас сидераты растут, надеемся. Что все будет скоро ярче. А, яблони не показала. Самое важное. У нас уже яблочки скоро будут. У Андрея было день рождения в начале мая. И ему подарили эту яблоню. Тут уже первые яблочки везде видно. Для кого-то это просто яблоня, а для нас вот наши первые яблочки на участке. Что найду? Пожрала? Пойдем посмотрим, что в огороде творится. Картошка за ночь так хорошо вырастает. Кустики видно. Пойдем. Че? Последние посадили, где луковицы целые были. Ага. Шнитлёв. Да. Это тоже вот шнитлёв. Но он Семён был.
пока сейчас никто не знает. Картошка, картошка, морковка и лук. Родились. Mm-hmm.